Всем привет, меня зовут Виктория. Сейчас я хочу приготовить вкусный лимонный кекс. Готовлю тесто. Я насыпала сюда пол стакана сахара и растопила немного сливочного масла до консистенции сметаны. Добавляю к сахару сливочное масло. Перемешиваю. До однородной массы. Добавила сюда еще немного лимонной цедры, натертая на терке. Перемешиваю. Добавляю сюда 3 яйца. Добавила немного разрыхлителя или соду можно добавить, или разрыхлитель какой-то. Перемешиваю до однородной консистенции. Тесто я выложила в форму для выпекания застеленным пергаментом и буду ставить в разогретую духовку 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 40 минут. Готовность выпечки я проверяю с помощью деревянной шпажки. Если в центр теста, готовое тесто, воткнуть в деревянную шпажку и на ней не будет теста, значит выпечка готова. Вот такой кекс у нас испекся. Сейчас я хочу приготовить для него глазурь. Для приготовления глазури я взяла один охлажденный белок, белок одного яйца, и смешиваю с сахарной пудрой. Перемешиваю. И добавляю сюда сок, немного сока лимона. И буду все это взбивать миксером до образования. Вот такая глазурь у нас получилась. И сейчас этой глазурью буду я смазывать наш кексик. Я люблю, когда много глазури на кексе, поэтому буду обильно смазывать. Сверху можно украсить кусочками лимона. Такой кекс лимонный у нас получился. Вкусный, пышный. Готовьте по моим рецептам, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!